Обширная деловая программа, около 200 развлекательных мероприятий, творческие и спортивные коллективы. Чувашия готовится отметить главный национальный праздник – День Республики. Праздничные мероприятия, которые запланированы в рамках Дня Республики, начнутся уже со следующей недели. 15 июня – День российского предпринимательства. 14 и 15 июня – конференция госкорпорации «Росатом». Но самые главные торжества начнутся с 21 июня. 21-23 июня – открытие новых производств. 22 июня – проведение заседания круглого стола Финансового комитета Госдумы Российской Федерации. 24 июня – проведение 12-й международной конференции «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроения». 29 июня – проведение совещания с Ассоциацией алюминщиков Российской Федерации. Также планируется проведение 25-й межрегиональной выставки «Регионы сотрудничества без границ» и 11-го международного фестиваля. В этом году формат празднования Дня Республики изменился. Так, юбилейная 25-я межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ в этот раз пройдет на двух площадках – на Красной площади и в Речном порту. Выставочные павильоны оформят в виде улиц по различным отраслям – промышленность, здравоохранение, строительство, наука и другие. Творческие коллективы фестиваля «Родники России» в этом году выступят в каждом муниципалитете. А участников конкурса «Русь мастеровая» примет город Мариинский Посад. На набережной строится сцена на воде, воссоздается купеческий город 18 века. В ходе мероприятия будут созданы три чуда. Это каравай, чудо-ковер, расписные чудо-корабли будут, которые проплывают вдоль берега расписными яркими парусами. То есть это все делает композиция на воде будет. И живой оркестр на воде. Ярким событием Дня Республики станет выступление сводного детского хора «Чувашия». Сейчас ребята каждый день репетируют с ведущими хормейстерами республики. Специально для этого в лагере «Солнышко» впервые организовали профильную смену по хоровому творчеству. Основные торжества пройдут в столице Чувашии и Красноармейском районе республики. В обоих муниципалитетах на финишной прямой строительство дорог, благоустройство территорий. По селу Красноармейского, значит, планируется выполнить работы на автомобиле дорог регионального и межмуниципального значения. Это два участка: Цивильск Красноармейская плюс Серма и Врунар Убеево Красноармейская. По первому объекту это у нас подрядчик ТУЗ, по второму «Водорстрой». Завершение работ по укладке асфальтобетонного покрытия планируется до 12 июня, а уже разметку сделать до 18 июня. Глава республики Михаил Игнатьев напомнил, что все строительные работы должны быть завершены в кратчайшие сроки, чтобы главный праздник республики прошел на должном уровне. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.